Спектакль не посвящен какому-то одному конкретному мужчине. Это скорее собирательный образ, пережитый мной за всю мою жизнь, мои встречи, мои переживания, мои страдания, радости в любви. Это все о любви. Еще и про спектакль могу сказать, наверное, даже не от себя, а словами Эдит Пиаф. Я всегда была влюблена в любовь.